Так, сейчас в подвал пойдем. Достанем комбайн, который тут провалялся. Так. Сейчас мы наведем до туда. Так вот, мы его достали. Тянем тут. Все, вот мы его принесли. Да. Пролежал он долго. Инструкция. Вот инструкция такая. На второй год. Сейчас попробуем включить его. Интересно, работает. Так, сейчас. Так, еще у него такой отсек есть. С ножами-насадками. Все он новенький. В пленочках пролежали. Даже никто их не доставал. Всякие он зубило там. Да. Нержавеющая. Мерный стаканчик. Все подписано. Так, комплект есть еще тут. Ну, чашка такая. Не знаю, для чего. Там такой
Простите. На ставку туда вон вниз. Что-то, наверное, это соковыжималка крутится и одевается насадка. Какой-то совочек. Еще что-то. Еще вот чашка. Так, эта штука тоже снимается. Вентилятор так одевается. Крышка не закрывается. Что-то типа того. Такая штука. А вот тут еще режим, что ли, написано. Смотри, такая вот вещь.